Ну что, пойдемте? Куда мы идем, Ариш? А что мы там будем делать? Грибы собирать в лесу. Робин, мы тебя покидаем. Мы скоро придем. А мы идем в лес. Не надо. Я с Робином зайду. Робином оставим дома. Вы на канале Солнечный дворик. И с вами я, Елена Бородина. У нас сегодня плодотворный день. Мы покатались на лодочке. Вернее, зять испробовал лодочку. Не надо кирпичи с собой брать, Ариша. А теперь идем в лес за грибами. Арина будет собирать грибы. Ну что ты как мальчишка камешками кидаешься? Сейчас зайдем в лес и будем собирать грибочки. Правда, сушь везде. Есть они там или нет, не знаем. Здесь ежевики, просто тьма. Вот смотрите, какая тут ежевика. Я в прошлый раз ее наелась, она подспевала. Мам, точно клещей нет? Ну откуда же я знаю, есть клещи, нет клещей. Лес как лес. Хоть ежевику поедим, если грибы не насобираем. Страшно. Здесь как в сказке, Ариш. Смотри, какая ягодка. Видишь, в лесу как в сказке. Идем, моя хорошая. Ежевики здесь море. И она поздняя, вот только начинает. Вот ежевика. Ой, Мария, какой грусть нашла. Возьмешь домой, солить будешь. Ой, какой огромный. Никогда в жизни такого не видела. Я тоже не видела. О, и подним маленький грузденок. Это мама и дочка. Это как вы с мамой? Да. Это мама, а это я, какая была. Ой, подним еще. Запомни это место, придешь. И не червивый, смотри, какой хороший. Ну, сейчас время груздей. У смотри, нас здесь есть. Все, не червивый. У нас вообще есть здесь лес это груздей. Ой, а вон там он, да? Червивый. Да нет, давай срезай. Офигеть. Надо же, как-то как сразу пахнет. Первый какой гриб. Это же грусть, да? Да, грусть. Это второй раз в жизни я собираю грибы. Я первый раз 14 лет собираю. Только морду мою не снимай. И вот эти берем. Возьмем? Да. Малышек. Значит, рядом еще, смотрите, они грузди как это, тропинками растут. Здесь еще мам, запомни это растут. Место. Да как ты запомнишь? Ориентир какой-нибудь. Давай вот тут ищите рядом. Палочку какую-нибудь. Да не надо, я не буду ничего спинать. У меня топографический кретинизм. Пожалуйста. Не, я говорю, палкой раздвигать надо все. Я бы его в жизни не заметила, что он такой огромный. Ага. Вижу, что там, Ариш? Пенечек. Пенечек. Сел на пенек, съешь на пенек. Сядь на пенек, съешь пирожок. Да, Аришка? Да, ты палочкой разгребаешь, грибочки ищешь? Ну, давай, ищи. Видишь, какая мама у тебя, молодец, какую грусть нашла. И мы сейчас что-нибудь найдем. Куда нам идти? Куда? Ну, куда скажешь, туда и пойдем. А вон, смотри, какой красивый гриб. Вон какой гриб торчит. Да, я нашла. О, Ариша нашла гриб. Я мама, нашла. Иди срезай, скажи. Тут зонтик опять. Нет? Ну? Нет, не зонтик. Не знаю, что за гриб. Толстый вроде, да? Тут еще один. Мы такой не знаем, да? Не берем. Синюшный какой-то. Не берем. Такие не знаем, не берем. Что тут много? Паутинов. Паутинов много. Паутин. Паутины много, правильно. Шариш. Большой пенечек. Да.
Ты запуталась? Нет, не запуталась. Ты первый раз грибы собираешь? Да, привела. Первый раз? Еще заложка. Да, там нужно две брать. Нам туда. Почему нам туда? Ну, зачем нам по дорожке? Нам надо в лес. Вон, за мамой иди в лес. Нам туда. А я тут уже пенечек. Гнилой пенечек. Да, пенечек какой-то. Это что такое? Я что-то нашла. Я не гриб нашла. Вот, это мусор. Да. Туда. Куда нам? Нам туда. Туда? Ну, туда, значит, туда. О, опять большой пенечек. Два. О, еще. Ну, весь лес пилили, да? А я не включила. Вот такие грибы мы еще срезали вот на этом месте. И сейчас еще будем искать. Так, давай их в корзину, ведро. Я тоже. Вот это грибы. Дай ей подержать гриб. Вот какой гриб у Ариши. Пошлите дальше. Давайте здесь поищем, прям близко где. Один петушок. Он падает. А ведь можно есть? Кого? На деревьях, которые растут. Нет, нельзя. А вешенки же тоже растут. Ну, это знаешь, не вешенки. Один упал. Кто? Знаешь, ну, вот это прям хороший пень для этих. Пень упал. Да, как он? Для опят. Да. Пень упал. Пень упал? Поваленное дерево, это стоял, пень упал? Стоял. Ариш, знаешь, что такое пень? Это срезанное дерево. Дерево срезали, остался пенечек. Понятно? Угу. Я все знаю. Ты все знаешь? Да. Молодец. Расскажи какой-нибудь стих. Нет. Это что такое? Какой-то объеденный. А вон, смотри, какой белый гриб. А вы рядом ходите и не видите? Я говорю, коричневый, вообще не вижу. А вот, он червивый. Червивый, да? Тыкай у нее палку. Я нашла. Ой, почему червивый? Ты пониже его. Все уже. Я его нашла. Пахнет он вкусно, понюхай. Понюхала? Да. Смотри, пойдем, отрежь, чёрный. Он там не червивый? Эх. Червивый, да? И дальше червивый. Ой, а там ты ствол. А шляпку этот, давай. Шляпку посмотрим. Не, вон прям червь. Жалко. Идите, срезайте. Как мы хорошо грибы-то ищем. Кто-то срезает, кто-то находит. Все при деле. Хороший гриб? Угу. Саше покажи. Ой, Арише покажи. Это. Вот. А вы хотели отсюда уйти. Я нашла. Вот и мама твоя нашла. И ну-ка, дайте-ка я его сфотографирую, какой он красивый. Ой, какой гриб. Вот этот возьмем. Да. Конечно, возьмем. А то... Чудо-грибы. А-а-а! Паук. Твои любимые пауки, они всегда тебя преследуют. Смотри, какой гриб. Ариш, смотри, вообще вон там. А вон там гриб торчит. Вот. Ага. Идите, срезайте. Я туда не пойду. Ты ко мне посадишь? Ты постоишь. Ты нам загородила красоту, мама. Я вам срежу, покажу. Да мы и так видим, да? Камеры не видят. Что, червивый? Угу. Жалко. Смотри, как гриб на грибе. Да, кажется, тут не ходит. Просто давно никто не был, потому что думают, что сухо. Да, где я его потеряла? Камеру. А вот он. Сухо. Я хочу сухо. Тут
сухо все. На камеру покажи, слушай, какой гриб. Покажи. Вот какой. А я потрогаю. Потрогай, потрогай, вот. Ариша. Все. Смотрим и дальше. Пойдемте туда. Вы его грибочек малышек назвали, да? Ну-ка покажите, какой малышек у вас там. Вот. Подожди, сейчас посмотрим. Малышек грибочек. Да, и этот возьмем. Возьмем. Зато он точно малышек не червивый. Здесь по выходным все ходят, кто приезжает. А сегодня среда, вот мы и набрали опять. Подожди. Чего вы там нашли? Что, грибочек, что ли? Это сыроежки, мама. А что, ты их не берешь? Нет, мы их не берем. Они полусъедобные. Да, не съедобные. Не съедобные. Да. Так, называется же сыроежки. Ой, подожди, подожди, такую красоту надо заснять. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Вот какой грибочек срезай. А я... Пониже прям ствол, чтобы был. Он ствол очень толстый. Ну-ка, а я буду его класть. Вот, покажи там сначала мне его. Вот какой. А теперь клади его в ведерко. Молодец. Я буду кладить, знаешь, грибы кладить. Класть. Туда. Нет, мы по этому месту еще походим. Здесь всегда много грибов. А это гриб. Где ты нашла гриб? Вот он. Ну-ка, где? И правда, даже два. Два. Или один такой большой. Два. Я думаю, два. А я думаю, один. Вот это гриб. Всем грибам гриб. А почему нам гриб? Там наготу. Точно два. Правильно, Ариш сказал. Три. Нет, три, да, срощенных. Все хорошие? Да, хорошие. Я положу, ага. Я сейчас положу. Сейчас палки отрубаю. Это не гриб? Гриб. О, да, гриб. А нет, нет, нет. Вытаскивать. Нет, не вытаскивать, а срезать. Вытаскивать. А я буду его гласть. Угу. Гласть. Нет, это этот. Да, это зонтик. Не зонтик надо. Не нужен нам. О, гриб. Где ты нашла гриб? Вот. Ну-ка, показывай. Вот он. Вот он. Это поганый гриб. А смотри, какие много их тут. Угу. И с этой стороны. Слушай, не может быть поганка. Ну, посмотри. И поганки. Вот. Поганки? Не трогай ручками. Незнакомые грибы. Поганки. Угу. Надо же прям под деревом, как будто прям это хорошие грибы, да? Угу. Вот грудь. Целая дорожечка. Нам больше не нужно. Вот. Ой, какой хороший. Больше нужно. И вот еще. Смотри, сколько их тут. Ой, я, кажется, нашла гусь. Угу. За грузями надо ехать там, где дамба, и направо лес. Вот там все ведрами грузди носят. Сейчас чуть попозже, вот они на их почти пойдут. Мама, ты хочешь пить? Я все хочу, я хочу уже. Я снимаю. Сесть. А я хочу жарить шашлык. Жарить шашлык ты хочешь? Ты пить хочешь, жаришь? Ну, сейчас крестным будешь жарить шашлык. Я не хочу пить. Так, еще здесь грузди поищи. Вот, смотри, маленький груздочек. Вот, и он там большие. Вот здесь маленький грузденыш. Да, Ариш, грузденыш, и вон, смотри, сколько. Вон, вон, смотри, вон там, вот, вот, беленький белеет. Да. Ай, специалист же по грузям ты, почему ты их не видишь?
Смотри, Ариш, я чуть не наступила на грузди. Видишь, три штучки. Сейчас мама все посрезает. Поножи. Я нашла этот... Это баба нашла. И я нашла. О, есть что тебе засолить, да? А то один грусть. Еще один грустик. Вот это ты нашла. Ой, вот этот я нашла. Причем это руки тебе. Мы уже сколько насобирали. Ой, смотри, какие грибы. Нет, гриб нашла. Два. И правда гриб. И правда гриб. Вот и закончили мы свой поход за грибами. Целый час в лесу пробыли. Вот какое ведерко собрали. И белых, и груздей. Ну, белые, конечно. Но... На зависть всем. Вы были на канале «Солнечный дворик». И с вами была я, Елена Бородина. И Мария Миронова. И Мария Миронова. И Арина. И Арина Миронова. Всем пока-пока. Пока. Как Мария сказала, люблю погулять с ножичком по лесу. Я иду гулять на площадке. Молодец. Пока-пока. Иду гулять.